И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, FNAFRPLAY, и сегодня мы вместе с вами поиграем во FNAF World. Как вы знаете, уже гайд и тутор, как скачать на World, я надеюсь, я некоторым помог, и сегодня у нас выйдет ролик по FNAF World. Я, если честно, не знаю, скачаю, в принципе, давайте выберем тут что-нибудь, давайте этот выберем, продолжить, давайте. Выберем какого-то аниматроника, вот, в принципе, они, такой вот шумный Бонни тут. Так далее. В принципе, еще тут парочку есть. Давайте погнали, в принципе. Мы уже заходим. Так, и мы тут играем за Фредди, в принципе. Тут я уже прошел пару испытаний. О! Отмечаем этого видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Давайте на моем канале заберем 450 подписчиков. Надеюсь, мы сможем это сделать. Один подписчик остался. Там уже вроде бы новая локация будет, как по карте видно. Снова. И все.
Так, тут не трогай. Давайте все, дальше. Да, конечно, сложно четыре перца. Все, ребята, мы затащили. Это было, конечно, сложно. Целых аж 4 аниматроника прям сразу пропало. Ну это ладно. Зато у нас теперь новый персонаж будет, да? Да, у нас будет новый персонаж. Так, ой, а куда я пошел? Еще одно, как говорится, затащили. Тут нас ловит, ходит. Так, теперь на неё. Посмотрим, если нас погуляем, потому что нам вору.
что-то. Давай. Все. Вот смотрите, ребят, такая спокойная игра от Скотта. О! То, что я тут понимаю. Ладно. О, фантомчика. Фантомчика. О! Что не так быстро прям? О, то попало. О, а, это, ну, это изи. Это изи, в принципе. Еще есть парочку боев, наверное, тоже. Давайте сохраним нашу игру, чтобы у нас ничего не пропало. И что у нас еще новые персонажи. Это фантомчика. Давайте тут походим еще. О, опять отсюда. Ну, мы сейчас попробуем снимать. Ну, в принципе, ребята, вот такой у нас сегодня получился ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был снова я, Фнафирплей. У нас было прохождение какого-нибудь набора. Вот, все, да. В принципе, с вами был, как всегда, я, Фнафирплей. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.